От легкоатлетического пробега до полумарафона. Традиционные осенние соревнования Азия и Европа в этом году пройдут в новом формате. 15 сентября любители бега впервые смогут выйти на дистанции 21 километр и 2000 метров. Отдельные старты запланированы для детей. Изменятся и привычные направления маршрутов. Обо всех особенностях теперь уже полумарафона Азия и Европа узнаете из нашего сюжета. За 53 года своего существования легкоатлетический пробег «Азия-Европа» стал брендом Магнитогорска. О нем знают даже за пределами страны. В юбилейный для города год 54-е соревнование решено провести в формате полумарафона. Впервые на выбор любителей и профессионалов дистанции в 2 и 10 километров и, конечно же, возможность пробежать 21 километр. Чем интересен именно этот формат? Он очень популярный, это раз. А во-вторых, чисто со спортивной точки зрения, чисто с точки зрения тренеров, это та дистанция, которая нам позволит присваивать еще разрядные нормативы людям. То есть можно выполнить разрядный норматив вплоть до мастера спорта. Бегущих, как всегда, разделят по полу и возрастам. Отдельные старты организуют для детей. Маршруты соревнований полностью обновлены. Спортсмены будут стартовать и финишировать в Европе, Азия станет местом разворота колонны. На пути бегущих расположатся пункты питания с фруктами и напитками. В этом году забег будет с использованием чипов. То есть человек получит свое индивидуальное время вне зависимости от того, во сколько и каким. В конце колонны он стартовал там, или в начале. Совершенно будет неважно, сколько человек он обогнал или там, нужно было ему обогнать. Он получит смс-сообщение по результатам своего забега в течение там, часа, наверное, да? Регистрация на полумарафон «Азия-Европа» уже открылась. Она проходит в онлайне на федеральном портале «Russia Running». Свои заявки на участие уже подали жители 15 городов из 4 регионов России. Учитывая новый формат соревнований, в этом году они станут платными. Минимальная стоимость участия – 50 рублей. Инвалиды всех групп могут бежать бесплатно. На сайте они ставят специальную галочку, и потом на регистрацию у них просто проверяют этот документ. Участники боевых действий получают 50% скидку, дети до 17 лет включительно тоже 50% скидка, пенсионеры, причем в старом формате 55+ и 60+. Цель организаторов – привлечь к участию в полумарафоне «Азия-Европа» 1000 человек. Соревнования прошлых лет собирали по 500 любителей бега. Каждый участник этого года, независимо от результата, получит медаль и призы от спонсоров, в числе которых принтованная футболка. А организаторы напоминают, кроме желания, для участия в пробеге необходима еще и справка от врача. Елена Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.